Всем привет! Пляж Лазаревский 1. Начинаем его с технической зоны, где красный дракон, зеленые катамараны, мотоциклы. И красный катамаран есть. Адмирал Ушаков и Марко Поло. Прогуляемся вдоль моря, а потом пойдем на набережную. Не, вообще сейчас надо идти. Так, тень куда идет? Противоположное направление было бы лучше, так как меньше было бы засветок. Красивая картинка обычно в другом направлении, вот в том. Вот туда. Но я иду с той стороны, поэтому у меня вариантов немного. Пляж Лазаревский 1. Идемте. На улице очень жарко. Море очень теплое. У меня уже был один дневной обзор. Будет и второй, судя по всему. Я хочу замерить температуру морской воды. Я уверен, что она очень даже теплая. А еще у меня есть один план, но я не знаю, осуществится он или нет. Посмотрим. Часть маршрута я пройду прямо по морю. Блин, какая же теплая вода, ребятки. Вы даже не представляете. Просто... Не, представляете. Тот, кто в Лазаревске, тот представляет, что сегодня она обалденная. Хотя не знаю, когда выйдет этот ролик. Но в любом случае... Надеюсь, вы мне поверите. А, не поверите. Ну и ладно. Значит, не заслужил, как говорится. На улице... Солнечно, ветров нет, народ разбежался в связи с тем, что, вероятно, уже, сами понимаете, время-то, да невероятно, время уже конкретно обеденное, 13 с лишним часов. Я снял один дневной обзорчик, планирую снять другой с замером. Народ разбежался, ну, некоторые девушки, он загорает, очень даже ничего, так загорает. Но близко показывать не буду. Дети смотрят. Полотенчики. Полотенчики. Народ сам пошел кушать. Поэтому и мы с вами пойдем. Песня соответствующая. Жара-жара, жареное солнце больших городов. Ну, у нас город небольшой. Хотя, смотря как смотреть. О, Чечерина. Вы же знаете, что у нас Лазаревское, это же все-таки Сочи, как-никак. Поэтому город-то у нас один из самых больших, если по площади смотреть. По населению, да. Со столицами, как говорится, не поспорим. Хотя тоже нет-нет, я так думаю, что скоро все горы заселятся. И все станут, и город станет миллионер. Ну все же хотят жить в Сочи. Почитайте комментарии. Ну не все знают, как это бывает, жить в Сочи. Ладно, пойдемте. Где-то нам тут привет передавали в прошлый раз. Хочу посмотреть температуру воздуха на данном термометре, так как он в тенечке висит, никого не трогает. Ни хрена себе, сказала я себе. 36 в тенечке. Это не дневной обзор, но я думаю, что дневном я напишу, что я видел циферку 36, а вы, если вам... Точнее, поверите мне в дневном, то хорошо. Если не поверите, перепроверите уже в этом ролике. Казаки патрулируют, так сказать, набережную. Как мне жарко, я не знаю. Улица Спортивная, там. Здесь все фотографируются. Кафешка Челентано. В летний период я не вижу самого Челентано, а вот зимой я буду показывать ее даже... Часто очень даже. Вот засувай, конечно, мне засувают точно что-нибудь. Придет. Вчера выложил очень хороший, интересный, красивый ролик с танцами на Ютубе и на Дзене. Из Ютуба пришло очень матерное сообщение в обратку. Ролик был заблокирован, хотя песня была отечественная даже. Вообще, ну так бывает, там просто придет, поругается, то типа... Они-то думают, что у нас монетизация есть, пишут, что у вас монетизации не будет, ничего не будет. То есть, ну и наказывать мы вас не будем, так как вы наверняка так
непреднамеренно. В этот раз пришло прям страшное письмо. Я сначала думал, что канал заблокируют, но не, обошлось. Так что не везде. Не все песенки одинаково полезны. Итак, это набережная пляжа Лазаревский 1. Закончим этот ролик. Мы с вами в районе причала. Там я, наверное, сделаю еще один ролик, но это уже будет дневной обзор. Второй дневной обзор за сегодня. Второй. Теперь вы знаете, какого числа я снимал, потому что я предупреждал. Мохито. Цена 200 рублей. Дорого это или дешево, я не знаю. Апероль Штирлиц 500 рублей. Что такое апероль Штирлиц? Я, ребят, малограмотный. Я, кроме горохового супа, никогда ничего и не ел-то. Поэтому для меня эти эротические, экзотические названия пугательные какие-то. Я их никогда не запоминаю. Кукуруза на углях. Вилли сейчас занят. Мы его не видим. Но мы все время теперь, когда будем проходить мимо пляжного дома, будем вспоминать Вилли и его приглашение в это заведение. Днем поспокойней. Никогошеньки нету. Не, как есть люди, но жарко. Народ предпочитает сидеть на улице. А вот вчера на втором уровне, там вот, на навесике, было вообще классно. Там ветерочек продувает вечерком. Так здорово. Так, а мне интересно, что щупнет-то нам покажет, а? Сейчас, я постою, вы уж извините. 34 показывает. Чукнутый 34, тот показывал ртутный 36. А на Гренаде вообще 30 было. Кто их поймет? Кто их поймет, кто из них врет? Ну что, друзья, будем заканчивать этот ролик именно здесь. Здесь, в районе причала. Того места, где живет синий кит. Где кайфуют и купаются люди. Именно здесь я планирую. Слушайте, а здесь водичка-то почище будет. Здесь вода получше, почище сегодня. В этой части пляжа. Лазаревский 2 почище сегодня. Вот видите, как бывает. Вроде бы 150 метров-то разница-то. Ну, не 150, пускай 200, 250, ну, 300 метров. От пляжа до пляжа, а вот... Хотя нет, я вру. От крайней, той дальней части пляжа. А вода здесь чище намного. Места на пляже намного больше, чем обычно. Я не знаю. Хоть многие говорят, что людей очень много. Да, людей немало, я скажу. Но места на пляже почему-то больше. Я не знаю, почему, хотя догадываюсь. Хотя очень даже догадываюсь. Есть у меня одно предположение. Все, всем говорю до свидания, ребят. Всем пока. Привет из Лазаревска. Вот такой вот получился ролик про пляж Лазаревский 1. Днем. До новых встреч. Я ушел.